городок. Смотри, какой хорошо. Там даже пушка есть. Что превратился в корабль? Говорят, очень хороший. Я же не поднялся, не снял тебя. Кают-компания. О, здесь даже еще и это что? Кают-компания. Нет, я говорю, смотри, розетки. Или здесь кафешка какая-нибудь? Может быть. А где розетки? А вот там розетки. Вид с палубы корабля на город. Не знаю. Сейчас. Сирена? Сирена или кто? Ой, прихорашиваться сразу, да? Средневековый городок. Виселицы. Может, с фонариком? Да нет. Хотя. О, слушай,
что даже светлее на съемках. Слушай, смотри, картина. Смотри, хорошо, как видно. Лучше, чем в темноте, да? Вон еще картина. О, и тебя хорошо видно. Слушай, Люсь, а ты, там же фонарик работает. Заходим в следующий дворец. Разорение кругом. Ну, не поддерживается. Эти ходуном ходят. Сундук. Мертвеца. О, картины. Тихо, ну видишь, мольберт. На стене, сзади тебя. Тут прям картинная галерея. Ну, что за картина? Приходят ноги. Как называется? Я не знаю как, я просто предполагаю. Может быть, это похищение Европы, но похищение Европы всегда с быком. Ага. Пальцы на ногах, а колени. Хотя зимой мне мерзло в этих А это гильотина. Вот на что нужны такие. Оказывается, это для стаи. О, в средневековом городке. Да? Ага. Thank you.
по-моему, фишки увидела. Даже некоторые еще и играют. Поиграй по... Хорошо смотришься. Продолжайте, продолжайте. Играть. Ну хватит, спасибо. Он туда лучше. Идем сейчас. Если где-то найти чашечку кофе. Кофе, слышь? А они до сих пор катаются. Мы с этой стороны не ходили. Ну, здесь нет таких. Подожди. А здесь гроб.
Национальный Лермонтовский парк.